Привет, тус, это я, Владу Шоколадус. Я продолжаю играть в Minecraft Pocket Edition, а ты давай продолжай. Ставь мне лайкосик и подписывайся на мой канал, это обязательно. Если ты не подпишешься, ты пропустишь все новые серии. Оно тебе надо? Оно тебе надо? Нет. Вот правильно, поэтому подписывайся. Stickman Flatout Epic. Легендарная игра теперь в 2D? Тебе придется здесь управлять различным транспортом, играя за Stickman'а. Настоящего каскадера. Раз за разом прыгая с трамплина. Можно играть в боулинг, футбол, баскетбол, попадать в цели и просто разбиваться о стены. Ломай, уничтожай больше транспорта, чтобы выиграть. Если замешкаешься, проиграешь. Stickman может ездить на мотоцикле, управлять спорткаром или даже полицейским. Машиной. Ссылка на игру будет в описании. Я очень-очень рад, что тебе нравится Minecraft Pocket Edition и на нем постоянно. Вот на каждой серии, на какую не зайдешь, там всегда много-много лайков. Так что давай, продолжай стараться, а я продолжу стараться для тебя. Я в этой серии прям настроен найти какую-нибудь сокровищницу, найти какие-нибудь уже наконец-то бонусы, призы, потому что я в этом походе уже несколько серий. Я не помню сколько точно, а давай напиши, кстати, в коммент, и я буду очень рад, если ты помнишь, сколько я серий в этом походе. Ну что, в какую мы сторону пойдем? Я хотел бы так-то через реку переплыть. Ну, ее здесь, конечно, обойти можно, но... Не-не-не-не-не, давай считалочкой. Эники-беники ели вареники, эники-беники в ту! У меня просто палец прям вышел за рамки экрана. Ну, ладно, в ту так в ту, погнали. Попробуем пройтись немножко в ту сторону. Я все равно буду оббегать всю пустыню, если я ничего не найду. Круль... О, да ну! Так сразу! Вот это да! Вот это поворот! Нифига себе! А я, прикинь, шел-то с той стороны, и чуть-чуть я до нее не дошел. Я пошел просто до реки, чтобы начать новую серию. Да ладно! Хоть бы там было седло! Да-да-да-да! Быстрее, 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 быстрее! Я хочу, чтобы там было седло. Если оно там есть, это очень круто. А если его там нет, это очень плохо. Но перед этим нужно перекусить. Давай чуть-чуть подкрепимся, потому что... О, да, крепость! Я ее искал всю прошлую серию. Ничего вообще не нашел. И здесь бац тебе, сюрпризик. Ну, наконец-то, ну я знал, что я найду тебя. Ну что, ты мне подготовишь крепость? Жалко, конечно, что она прям под песком, и в нее придется как-то прокапываться, а я ее бегу, вдруг что я здесь найду. Кстати, эту глину я потом насобираю. А нет, давай я сейчас ее насобираю, а потом в нее спущусь. Ух ты, блин, вот это круто. Ну знаешь, я в этой серии был настроен найти гробницу, поэтому я ее и нашел. А может, это все не я? Может, это все ты, и это то, что ты поставил лайк? Ну, может быть, конечно, может быть. Слушай, а может, ты тогда это, поставишь лайк, и я в следующей серии найду деревню, и там будет кузница, а? А? Ну, пожалуйста. Да что тебе стоит? Давай, поставь. Если ты еще не поставил, то я хочу в следующей серии найти деревню, в которой тоже будут призы, в которой будет кузница с сундуком. Как ты помнишь, в прошлых сериях я искал деревни. Да, я находил деревню, но в них не было кузницы. А это значит, в них не было... О, так, чуть не упал. В них не было сундука. А если нет сундука, то эта деревня не очень. Ну как, она нормальная, но там еще не было картошки, морковки и так далее. Была только свекла. Вот, поэтому я хочу еще найти нормальную деревню, чтобы быть человеком, чтобы почувствовать себя нормальным майнкрафтером, настоящим профессионалом. Так, ну ладно, все, хорош, глины я насобирал, пойдем, пойдем уже наконец-таки. Так, ну что, давай тогда центральный блок сейчас я сломаю и по-быстренькому туда спрыгну. Готов? Раз, два, три! Повелся! Недавно же было 1 апреля, я тебя разыграл! Я сломаю его не на 3, а на 4. Раз, два, три... 4! Да ты опять повелся, что ли? Ты что, совсем что ли? Я помню, что там плитка. Я помню, что там динамит. Поэтому я пойду аккуратненько, как настоящий профессионал. Давай потихо спускаемся. Я сделаю себе здесь сразу лесенку, чтобы потом было легко выбраться. Да, это гениально просто. Поехали. Да, я уже вижу там сундучки. Ой, что-то я промазал с лесенкой. Давай я ее дострою. Да, я ее сразу сделаю нормально, чтобы потом было все удобно, красиво, круто. Блин, я очень волнуюсь. Я потому что надеюсь...
надеюсь, что там есть седло. Давай, давай, чуть-чуть. Осталось, очень темно стало, поэтому мы ставим с тобой факел и доделываем здесь немножечко лесенку. Главное, чтобы там не деревянная плита была. И знаешь, она не нажалась от того, что на нее блоки упали. Ох, это было бы не очень. Ох, как некрасиво бы было. Так, 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 сундучки. И что ж, давайте мы вас откроем. А, не-не-не-не-не, ты чё? Я сначала сломаю плиту, а уж потом я буду открывать сундуки. Да, я еще соберу динамит, но я думаю, что чуть-чуть попозже. Давай посмотрим, что в сундуках. Ага, а между сундуков может быть сундук-ловушка, а? Блин, я не помню, как он выглядит. Давай тогда я на всякий случай сломаю динамит. Я потому что не собираюсь здесь умирать, знаешь ли. Ну его нафиг. Лучше я соберу динамит, заберу его себе, потому что, ну, мало ли пригодится. Ну что, сейчас я начну открывать сундуки. Это как открытие кейсов в Майнкрафте. О, кстати, а хочешь видосик по кейсам? Если реально хочешь, а я вот сейчас не шучу. Я очень давно не выпускал по кейсам видосик. По своему серверу, по квесткрафту. Там, как ты знаешь, у нас есть кейсы. И я очень-очень-очень давно по ним не снимал. Давай, так, обязательно напиши это в коммент. От 100%. Вот, если прям сильно хочешь, давай пиши коммент. И еще можешь лайк поставить. Ну, это если ты не доставил там. Но вот коммент нужен обязательно, прям 100%. Ну что, погнали, первый сундук. И... Эй, ну что-то, ну книга зачарования неплохо, давай я ее сейчас тоже возьму. Ух ты, кстати, порох я тоже сейчас соберу. Погоди, у меня что-то места вообще нет. Выкладываем росток, выкладываем плиту. И, блин, все еще нет места. Так, книга, защита 1, неразрушимость 1. Но неплохо, неплохо, я считаю. Я хочу забрать порох. Еле как нашел место для всего этого. Хотя, в следующих сундуках же, скорее всего, будут еще крутые вещи. И мне понадобятся вещи. Ну что, поехали. Левый или правый? Т-т-т-т-т. Левый! Хе-хе-хе, открывайся! Yes! Седло, наконец-то! Это что получается? Я могу наконец-то кататься на своем коне! Да-да-да! Вот это да! Блин! Наконец-то, наконец-то, реально я добыл седло. Вот я был настроен добыть его в этом походе. Вот и я добыл это седло в этом походе. Все супер, и его надо сейчас как-то забрать куда-то. Хм, у меня вообще нету свободного места. Ну ладно, нафига мне грибы? Конечно же, я лучше возьму сюда седло, yes. Я даже не знаю, что можно еще выложить. Ладно, вот этот пузырек я выкладываю. Заберу еще порох и посмотрим, на что у нас с тобой книжка. И неразрушимость 1, ну, такое себе. Главное, что есть седло, и это прям... У меня же еще два сундука. Что с ними делать? Так, ну давай. Давай, поехали вот этот. И тот оставим прям на десерт. Прям на самое сладенькое. И... Вау! Три алмаза и золотое яблоко. Неплохо, неплохо. Но простите, у меня нет места. Поэтому я вас не буду складывать. Ты че? Да я опять пошутил. Кого я лучше выкину? Какой-нибудь песчаник? Но я закину сюда три алмазика своих и золотое яблочко. Так, что выкинуть? Ну, давай вот этот песчаник с крипером выкину. Я все равно, вот прям уверен, я им никогда бы не попользовался, поэтому пускай он лежит здесь. И последний сундучок. Что же ты нам приготовил? Ну-ка. Вау! Да ну, три изумруда! О-хо-хо-хо! Это круто! Знаешь, почему это круто? Потому что я же хотел найти деревню. И еще помнишь, у меня же вызов самому себе поторговаться жителями. Хоть на что. Вот на любую вещь, хоть на паутину. Но поторговаться, это самое главное. Я хотел это сделать, но я просто забыл изумруды у себя дома. И бац! Ха, они есть здесь! Да ладно, еще броня конская, а я ее сразу не заметил. Ух ты, круто. Блин, я не хочу ничего выкидывать. Ну все, я не буду тогда выкидывать, я оставлю это здесь. Погнали, где у меня лесенка? Я сейчас попытаюсь найти деревню. Да я тебя снова обманываю. Да ты че, с ума сошел, что ли? Ты мне опять поверил, что ли? Как я не могу не забрать три изумруда? Сейчас я что-нибудь выкину, подожди. Давай вот эту книгу на Не-не-не-не. Ее я оставлю лучше. Ладно, пофигу, давай я выкину 7 угля. И я думаю, что выкину еще песчаник. Он мне не совсем нужен. Хотя это дополнительные блоки. Но фиг с ним, фиг с ним. Ну, посмотри. Ну, три изумруда. Три изумруда, еще и броня конская. Ну ты че, какой песчаник? Ты че, с ума сошел? Давай, забираем три изумруда.
оружие, конскую броню. И так, 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 что я сюда сложил? Глину? Эй, я что, зря глину, что ли, собирал? Ну-ка, глина обратно ко мне в инвентарь. Забираю, конечно, железо и забираю косточки. И косточки я складываю сюда. Все, погнали, есть. Так, стоп, я еще порох, кажется, не так собрал. Да, и у меня пороха есть 20 штук, 3 изумруда, 3 алмаза. Блин, как круто! Главное, седло, это прям... Вот это прям серия удалась, это 100%. Ну все, давай, давай, погнали наверх. Нам нужно уже с тобой отправляться дальше. Нельзя здесь задерживаться. Это, конечно, крутое место, но я все-таки хочу найти деревню. Как я и говорил в самом начале серии, я очень хочу найти нормальную деревню. О, нет. О, нет, тут что, ночь что ли? Да ну. Тогда я здесь пережду ночку, и только на утро я отправлюсь дальше и буду искать эту деревню. Я надеюсь, ты не пропустишь следующую серию, нажмешь на колокольчик, подпишешься, поставишь лайк и так далее. Все, давай, пока, тусы.